Смотри, цветочки какие. Что-то они подвяло. Подвяли. Вот какие, смотри. Да? А вот эти, смотри. Синенькие. И крапинку, да? А там, похоже, сейчас какой-то концерт будет. А, вон сцена, вон, видишь? А, собираются. Да. Вот. Делаем русскую рыбу модной. Интересно, что там? Сейчас посмотрим. Честно. Взрослые только стоя рядом с детьми. Во время движения детей не пересаживают, взрослые по карусели не ходят. Еду на гибкие соки, оставляют за территорией или убирают сумки. Аттракцион работает бесплатно. Бесплатно. Дети младше 7 лет катаются только в сопровождении родителей. По окончании сеанса все покидают карусель. Сейчас посмотрим, что тут. Пойдем, слышишь, там выступают. Пойдем посмотрим. Гастрономический фестиваль. Ой, пойдем смотреть, чего там. На мангале вам. Огромные креветки. Вау. Смотри, какие они. Просто огромные. Красивые какие. Ну, а здесь что жарят? Здесь тоже креветок жарили. Пойдем. Смотри, какие цветы, мам. Смотри, какие цветы. Да, да. Ой, вообще прелесть. А вот синенькие, голубенькие, еще там беленькие. Пойдем посмотрим, что там выступают. О, смотри, сделали какой корабль. Корабль. А ты убери маску. Я тебя сфотографирую. Убери. Ну ладно, не убирай. Не, маску ты вообще можешь убрать. Да, убирай. Мы же не... Да. Ну пойдем дальше. Смотри, здесь тоже корабль, вон с рыбами. И лодкой. Видишь, тут сколько всего продают, всяких вкусных бургеров с креветками. Ну, я тоже бургеры. Рыба, смотри, рыба. Встань сюда, встань. Повернись ко мне. Красиво. Вот я готовлю из красной рыбы, из баранины. Пойдем туда, там пока не выступают, там готовят.
Пойдем потом. А, не, пойдем. Со сливками и другими интересными продуктами. А сегодня вы готовите уху ПП или нет? Я готовлю ее не ПП, потому что она со сливками, она жирненькая. Ну-ка, но, кстати, там жир что, пойдем тоже посмотрим. Нужно использовать, когда... Там пока... Когда вот туда, да, пойдем еще, сюда идем. Спокойно, прям не нервничаем вообще никогда. Само спокойствие. Да, чаще всего использую во всем. Да, да. Паш, пойдем побольше. Людей, видишь, как много. Ты хочешь чего? Нет, пока нет. Нет, я нет, я пока здесь. Мы купим мороженое в ЦУМе. Вот мороженое я хочу. Я даем тазик. Тазик. Нет, фирма, наверное, лимонада, но не в ресторане. Образцы? Да. Жара, да. Есть совсем не хочется. Классно есть. Ты исчезла. Да, мы сейчас посмотрим еще что там, и потом пойдем в ЦУМ, ладно? Поедим там мороженое. Чего ты не устала, мама? А? Не устала? Ой, корабль-то какой! Рыба и корабль. Да, корабль. Вот смотри, вы... Нет, я вот, только сейчас его самого увидела. Не примите. А ты повернись ко мне. Ко мне. Мам, ко мне повернись. Корабль. Красиво, кораблик. Где? На какую Наташу? На нашу. На какую на нашу? На которая работала у нас. А. Может, это она? А может, это не двойник, может, это на самом деле... А, которая умерла. Да. А там мастер-классы обычно бывают. Я хочу посмотреть, что там за мастер-класс. Да, сегодня погодка. Прям жарко. Да, это что? Нет, ну июнь начался, да? А, нет, здесь не мастер-классы, здесь тоже что-то продают, еду какую-то. Все вот эти большие маяки такие везде стоят. А их вот когда солнце нельзя поливать, потому что их полили. Наверное, их полили сто пудов. Есть когда же есть? Ну-ка, что тут давай посмотрим. Прямо с такой... Здесь тоже-то какая-то еда, да? Нет, там комната. Ой, там жарят рыбу на мангале. Вот там поливают, ее жарят. Пойдем с той стороны, я хочу посмотреть. Нет. Дядя товарищ стоит. Какой дядя? Синий мальчик. Пожалуйста. Пойдем. Мама, я тебя умоляю. Умоляю. Ой, аквариум. Аквариум, мама. Ох. Такие глаза у него огромные. О-о-о. Как будто не настоящий. Ой, смотри, какой сом. Ой, какой красивый. Привет.
рыбочка. Какие рыбы большие. Класс. А вон там еще какой, смотри, вон худой, длинный. Пойдем. Хочешь попробовать рыбу? Технический перерыв, понимаете? А видела? Хочешь рыбку попробовать? Лена, да. Пойдем. Елена, да. А здесь продают торговый ряд рыбу. Ого, какая рыба! Смотри, какая! Осьминог 1800. А вот это белое интересно. Форель янтарная 984. Да, осьминог. Как вот это можно? Не знаю. А это мойва, наверное. Мойва, да? Ее там, кстати, на мангале жарят. Да, какой тут только нет рыбы, да? Окунь. Ой, какой только нет вообще. Смотри, сколько людей. Здесь какая интересная. За рыба. Последняя машина. А молодой. Красная. А Но она хорошая, классная рыба-то. Посмотри, какая суперская вообще. Пойдем. Стоят вот закопченой. Вот там что написано на той большой рыбе? Форель. Форель, да? Да. И по две? Девушка, вот этот кусок на сколько взвешен? А там, знаешь, такой рыбы стоят? За ситриной. За ситриной. Не-не-не-не-не. Вот большая около вас. Там осетры огромные. Привет. Смотри, шевелится, смотри, лапками или чем это, что это у него, смотри, видишь, открывает ротик. Ротик. Ой, вообще. И вон там чего-то язычком делает. Смотри, лапками. Ой, смотри, мам. Иди сюда. Ой-ой-ой. Чего себе? Ой, сколько там всего, да? Закручено. Красавцы.
Они все смотрят, что-то выделывают. Чего-то выделывают. Там еще больше. Пойдем. Шевелят. Вот еще, мам. Ты говоришь. Да. Миди, а ты видел вон еще? Я одену маску, я боюсь. А, ну одевай, здесь меня... люди, да, одевай. А хочешь, не одевай, пойдем на улицу. Не одевай, пойдем, выходим. Смотри, мам. Живые. Смотри, живые. Гребешок. Живые. Чего себе какие. Ой, вообще, да? Да. Знаю, что ты там живешь. Гребешок 1000 рублей за килограмм. Это вообще дешево. Но он маленький. Ой, ежи. Морской ежи. Ой, здесь прям целый зоопарк. Я говорю, здесь прям целый зоопарк, да? Ой, вон еще эти. Краб. Камчатский живой, 5500. Представляешь, это камчатский краб. Представляешь, какие там живут крабы? Ой, вообще. Я таких и не видела никогда. Огромно. Килограмм. Пойдем. Пойдем. Так, а здесь что сейчас посмотрим? Ого, видела какой? Палтус или что это? Палтус, класс. Пойдем, красота вообще. Лосось атлантический. Представляешь, какая? Вау. А вот какие крапинки. Ну, пойдем дальше. Щука. Я прям засохшая. Кошмар. Ну, качество. Аксель. Таврида. Пойдем. Осьминог. Что? Осьминог. Осьминог, да. Ну там уже был осьминог. Пойдем. Это крапинку. Вот креветки огромные. Камбала огромная. Теперь будет ваш. Мне нужно банку, два,
мы пойдем.